В Улан-Удэ задержан серийный убийца. Первое преступление он совершил еще в 1998 году. Тогда мужчина изнасиловал собственную падчерицу, угрожая ей ножом. После этого он пустился в бега и везде оставлял кровавый след. В течение 11 лет он совершил 5 убийств. Задержать подозреваемого удалось после покушения на двойное убийство. Неудавшиеся жертвы опознали нападавшего. Сейчас выявляется причастность мужчины к другим преступлениям. В результате лобового столкновения в Улан-Удэ пострадала беременная женщина. Водитель Toyota выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ниссаном. Одна из пассажирок Ниссана, женщина на третьем месяце беременности, получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей таза. Она госпитализирована в республиканскую клиническую больницу. Вторая пострадавшая доставлена в БСМП с переломами ребер и таза. Виновник ДТП имеет 10-летний стаж вождения. От медицинского освидетельствования отказался. В другом ДТП в столице республики пострадал ребенок. 11-летняя девочка пыталась перебежать дорогу в неположенном месте. В этот момент ее сбил водитель Toyota. На улице пятиклассница была одна, ходила в гости к подруге. У пострадавшей открытый перелом голени. С травмой она доставлена в БСМП.